Здорово, продолжаем с тобой проходить ням-ням-ням медиума. Так, мы остановились в подвале. Узнали, что это мы младшая сестра Лили. А Лили освободила огромное чудовище, чтобы то спасло нас от огня. Так, сколько здесь шептунов-то? Лиля, расскажи мне о пожаре. Вы были заперты одни? Нет, не одни. Нет. Кто еще там был? Голос. Я его не звала, но он все равно пришел. Ох, Лиля. Так, мы пришли отсюда, значит, здесь у нас есть что посмотреть, поискать. Давай поищем. A lot of love was put into this. Я сделаю с любовью. But there's sadness too. Мне тоже отпечатано. Чё там? С годовщиной медвежонок, 10 лет, надо же, как время летит. Вот тебе подарок, чтобы следить за ним. Люблю тебя. Часы. Это надо часы свои положить. Вообще ничего не забрать. Ну, кое-что еще. Квитанция, дело, магазин, часов, стоимость. Понятно. Что это там вдалеке? Daddy? Папа? Where is Marianne? А где Марианна? She needs to stay at the hospital. Она пока останется в больнице. Will she be all right? Она выздоровеет? I want to see her. Я хочу к ней. She's asleep, honey. Марианна спит. Врачи пока не знают, когда она проснется. Я был в коме. Вот почему я не помню. Как на тебя посмотреть? О, ёбаный в рот. Лили, послушай, пойдем со мной, это важно. Я слушаю вас. Папа? Where are you taking? А куда мы идем? Прости, маленькая моя. I'm sorry, baby. Прости меня. I'm so sorry. Thomas. Томас, что ты с ней сделал? What the hell did you do to her? Ну, наверное, она могла уничтожить весь мир, блядь. Как ты думаешь, что он с ней должен был сделать? Она больна, но не физически. Он был прав в ту ночь. В ней пробудилось что-то ужасное. Оно пожирает ее изнутри, питается ее силами. Она угасает. Я должен что-нибудь сделать. Мы должны что-нибудь сделать. А какой у него выбор-то, в принципе, был? Он где-то там. Я это знаю. Доказательство тот факт, что я сижу и пишу это. А не пускаю слюни в уголке. Его просто... Просто надо найти. Забавно, я всегда хотел остаться... Так.
один, одним единственным. А теперь я думал, что нас не было двое. Может быть, мы просто две стороны одной монеты. В любом случае, он мне нужен. Я себе нужен, чтобы спасти ее. Типа вот этот его сила внутренняя. До 7 февраля. Сегодня у нее день рождения. В этот день я всегда вспоминаю, как впервые ее увидел. Очаровательное крошечное существо. Тогда я был... Я бы все отдал, лишь бы быть обычным отцом. Лишь бы заставить другую часть меня умолкнуть. А теперь я пытаюсь вернуть эту часть, чтобы помочь ей, чтобы спасти ее. Кажется, я все-таки нашел способ. Риск большой, но это единственный шанс. Если не получится... Нет, все получится. Должно получиться. Я так понял, нашего чувака внутреннего уничтожил демон Генри. И Томас потом не смог. Типа, найти с ним связь, что типа такого. Он ведь хотел с помощью него разделить, изгнать монстра из дочки. Но так и не смог найти его. Jesus, this thing is serious. Так, себе штука. Похоже, военное назначение. Solid steel. Литая сталь. Кодовый замок. Четыре цифры. День рождения, февраль. 27 февраля, да? Это, скорее всего. Это что у нас будет? Ноль два. 27. Или же... 27 0 2. Девятнадцать семьдесят шесть. 14:04. Я не знаю. Так, по идее 27.02.
and for a pound. Что же называется так? Там просто они белым такие подсвечиваются. 1966 это типа... Чё это типа? Так. Нихуя тут под домом чё. Реально. За что ты придешь? Как избавиться от этой твари? Я вообще не знаю, что это за тварь. Почему она в Лили зародилась? Дело сделано. Они никогда не узнают. Они не должны узнать. Они не поймут. Они никогда меня не простят. Но они в безопасности. Остальное не имеет значения. Разделение. Другого выхода нет. Что это за место? В убежище на случай атомной войны. Можно разрезать и пройти. Все верно мне сюда, да? Так. Ну, что есть путь вниз? Lower levels are flooded. Да, нижние затоплены. I'm not much of a diver. Лещики нельзя никакой. Окей. Значит, нам надо... There. That looks like a way out. Ага, похоже, там выход. Только он полузатоплен. But it's half underwater.
Что-то тут слишком уж много всего. Сейчас исследуем. Так, а музей есть что у нас? Нет, здесь что-то очень много беготни. А выхода я так толком и не вижу. Так, здесь есть. Так. Maybe I could pump out the water from here. Может, лучше сосчитать воду? Так, когда мы наткнулись на это место, то подумали, что это просто старый немецкий бункер. Пара коридоров, просроченные припасы. Через две недели на раскопок мы поняли, что у фюрера в свое время были большие планы на это место. Там была целая система подземных ходов, прочные железобетонные стены и все такое. Так. Все такое. Видимо, он построил себе укрытие на случай, если его идея с господствующей расой провалится. Так, но коммунисты сделали то, что умеют лучше всего, присвоили чужое. Они хотели превратить бункер в полноценное ядерное убежище, даже проверили электричество, но больше ничего не успели.
В ними все пошло наперекосяк. К счастью для меня, проект был секретным. Я позаботился о том, чтобы секретным он и остался. Насколько мне известно, большинство знавших о бункере погибли во время резни. Не то чтобы это можно было назвать удачным поворотом, но если все полетит к чертям, мы сможем там отсидеться. Так, ну понятно. Да, работает. Устройство насоса, схема управления, индикатор уровня воды, измеряет уровень воды в соответствующей камере. Например, поток, меняет например поток, включает насос. Надоедают с этими звонками. Запутанно и сложно. Не, а что теперь сюда нельзя? Затоплены там что? Так, ну давай тогда сначала с одной стороны всю воду откачаем. Понятно. Что тебе должен? Иди нахуй. Так, вот мы воду спустили, да? Подожди, это мы отсюда можем прикоснуться? Да нет, откуда тогда? Чё ты орёшь? Я же щит включил.
Странная ты какая-то. Теперь есть куда переключать воду. Что с ней? Чё она паникует? I'm so glad you're here. Oh, Yana's not enough. Never enough. Never full. Never more. С этой стороны надо переключать сюда. Иди там вентиль открыть, чтобы переключать потом вниз. So far, so good. Пока что неплохо, попробуем добраться до второго бака. Все, это время вот в эту типа сторону. Сука. Вентиля нет. Вентиль, надеюсь, ты где-то. Блядь. О, вентиль. Эй. That's my это way выход. Once I dry it up a bit. Yes. Agent Cutters to the rescue. Такая, блядь, смешная агент Болторез, блядь. Давай, агент Болторез. Go, go, гаджет Болторез. Second tank ready for duty. Взял лопату, лопату вмахала. Pretty, pretty donuts.
So many dolls to wear. Such pretty things to wear. Я так понимаю, мне надо его заманить на этот ток. Сейчас мне надо спуститься. Только где мне надо спуститься? Так. Постой, мне вниз. Какой министр? Это же не то, да? Конечно, это не то. Я освободил проход. Как теперь мне туда попасть?
Да, блядь. Подожди, а там вот есть дверь, да? Сбоку. А это дверь? Отсюда, что ли, эта дверь? Блядь, вообще я запутался уже здесь. Понимаю, что куда мне двигаться. Так. Теперь эта сторона полностью свободна, может теперь с этой стороны могу обойти, там как-то сделать букву ЗЮ и выйти. То есть с этой стороны и по центру воды нету. Смотри, здесь нет никакого прохода. Так, а что если теперь по-другому попробовать? О, так. Это загадка, блядь, затянется, да? Типа все было вся простенько, а теперь очень на тебе непростенько. Типа, думал, игра простая, иди нахуй, говорит. Вот так, да? Get your ass down there, Marianne. Понятно. Вот так должно все выглядеть. Так, а если все так, значит у нас проход с этой стороны. Вниз. Ага, вот эта дверь открыта. Но в самый низ. А, это вот та дверь, которая...
Блядь. Духовный щит. А с, как... с какой жопы бы я его вам взял? Сука, духовник. Блядь. Это было неожиданно, потому что мне была энергия. А? Чё, простите? Его тогда там не было. Какого хуя? Типа, с чего ты там вдруг появился этот внезапно? Они такие необычные, такие ниоткуда не берущиеся. Стоит там. Здесь все сделали. Так, а здесь я сейчас уже не пройду, здесь же затоплено. Типа, какой у меня выбор? Что они делают? Если только здесь сейчас возьму. Вернусь в тело. А если он сейчас там затупил, и так и будет стоять? Я же так не пройду там ни хера. Типа я не понимаю. Да, он там так и стоит. А, вот. По нему жахнул, все прошло. Внимательно смотреть на ту картинку, на правую, потому что он вправо только отображается. Меда. Да блять, я так нихуя не понял. Да понял, хрен, ты меня убил. Я понял, ты не понял, теперь я все понял.
Ты очень крутой, да. У меня же рука трясет. No more hunger. No more cold. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel. Да, блядь! Я должен как-то здесь спрятаться, чтобы он меня не видел. Но. То есть, возможно, должен сделать вот так вот. А чё меня затупило? Я не могу двигаться. Господи, чё за хрень сейчас была? Опять это слушать, мне вот этот бред сейчас опять слушать. Сука. Ты можешь без вот этого повторения, блядь, этого сраного? Let them look, let them look. Let them see, let them know. Let them feel. Так, по идее, я должен... А чё опять затупило-то, блядь? Ну, опять она же встала на месте и стоит. Иди ты нахуй! Чё за хуйня? Бля, господи. Я сейчас здесь сдохну, хуй его знает сколько раз, потому что она тупо не идет, потом он встал и стоит, блядь. Дубом, блядь. Тут... No more hunger. No more cold. Да давай уже, блядь. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. Let me get back here. No! You suited. Come back! Come back! Вот то, что надо мне было. Done. Готово. Вот, она мне тупо наступала, она не бежала, то есть когда я туда забегала, она встала валенком и стоит, блядь, сука. О. Лили, Томас, вы были здесь. Томас. Я это чувствую. You are here. I can feel it. Так, ну думаю, наверное...
сейчас зайду до следующего сохранения и, наверное, на этом тоже закончу, потому что очень долго получилась эта часть. А может даже нудная, потому что хотелось бегать туда-сюда. Так, вот что. Зачем-то знаю. Предполагаю. Силы берут свое начало из одного и того же источника, но появляются по-разному. Она, похоже, существует в обоих мирах, будто ее разум живет в двух телах одновременно. Для нее то, что происходит в одном мире, влияет и на другое. Видит ли она грань между мирами, или для нее это один и тот же мир? Новая гипотеза смерти размывает границы миров, и разуму новорожденного не нужно разделяться. Вроде логично, хоть и чертовски странно. Hey, I know this one. Это знаю, я так любил. Used to be one of my favorites. Что ж ты с собой, блядь, не забрала? Витамины, антибиотики, нейролептики, антидепрессанты. Нагователи, кажется, даже по моим меркам. Вдруг на запас. Уже их не пачками жрет, а так. Так. Мне надо, чтобы было на зеленый. Don't do this to me. Burnt to a crisp. Guess I should look for a spare. Угу. Теперь я должен найти запасной этот предохранитель. Да? Здесь его, я так понимаю, нет. Потому что я бы его уже нашел. Дверь хуям вылетели. Во, бери что-нибудь из этого. Хотя духом-то похуй на оружие. Busted open. Ее выбили изнутри. From the inside. Ah, yes. О, да? This was definitely the... Здесь заладили, то есть здесь он ее держал. Where he kept her. Соль. Кто бы знал, что все так просто. Немного алхимии, чуточку духовной материи, и вот оно. Видимо, народное поверье мне собрали. Ладно, главное, комната готова, и она работает. Действительно работает. А впервые, в первый раз в жизни я в полном одиночестве. Как же это прекрасно. Представляю, какого было себе здесь в заперте, ежедневные руку втыкивать иглы. Лилия такого не заслуживала. Опять соль? Вся комната усыпана солью. Маленькие окошки в мир, лучше, чем чего. Sunshine doesn't really translate to text, though. Свет не заменить. Но хули сделать? Она ведь давным-давно выросла. А в комнате сплошь игрушки. The room is still all dolls and unicorns. Quite the selection. Ага, сколько нарядов. Лили могла прихорашиваться, насмотреть. На нее было некому. Может, он хотел как лучше, но это уже садизм какой-то.
Да, легко тебе осуждать. А ему каково? А Фрэнсис ее выпустил. Так. Закрутили, теперь меня, да. Так. Слишком много. Слишком мало. Достаточно. Так. 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 А так. Да будет свет. Все, на этом все. Было сохранение, так же давай тебе. Круто. Крутого у тебя дня, все хорошего, давай, счастливо.